ТРФМ. А вместе 5. 5. Значит, мальчики поймали тоже 5. Верно? Так. Да. Ну, кто же больше у нас поймал, мальчик или девочка? Ну, никто. Они равно. А больше поймали, поймала дружба. Ну ничего страшного, самое главное, до правильного ответа дошли. Влад, спасибо тебе большое, молодец. Мы тебе также отправляем в подарок сборник задач интернет-олимпиады по математике от творческой лаборатории 2x2. 495-728-7171. Это наш телефон. Напоминаем, мы решаем олимпиадные задачи по математике. И еще раз напомним о правилах. Если вы до нас дозвонились, то выключайте радио, либо уходите в другую комнату. И громкую связь не надо включать. Убирайте громкую связь. То есть мы всегда вам поможем решить задачу. Вам никто в этот момент больше не нужен, если вы до нас дозвонились. Музей русского импрессионизма представляет первую в России масштабную. Жизнь продолжается. Погода на маяке. По данным центра ФОБОС, в субботу, 18 января, в Великом Новгороде в течение суток ожидается переменная облачность. Днем плюс 1, плюс 2 градуса. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. У метеочувствительных людей возможны недомогания. Отопление.
for soulmates all our lives. Can we ask the sun to shine forever? Кириши 101.1 FM Ваня. Господи, и чудо дела твоя, и не...
из дома, слушать лекции ведущих специалистов по священному писанию, богословию, философии, литургике, истории и культурологии. Беседы ведут преподаватели Санкт-Петербургских духовных школ, Государственного университета и других учебных и научных центров нашего города. Радиолекторий на радио «Град Петров». Ежедневно в 21:40. Повторение на следующий день в 15:10. В программе «Литературные чтения» вас ждет встреча с страницей. Now let's